Добрий день, ми з України. Мене звуть Світлана. В минулому відео ми запропонували нашим підписникам з України, і не тільки підписникам, а всім, хто зайде на наш канал, до продажу гортензії волосисті. Ось у мене два види. Одна середньоросла, бомбшел, а інша кіушу або лаймлайт, як повезе. І була ще до продажу лохина в нас. Друзі, цих рослин в нас ще дуже багато. Замовляйте і гортензії волосисті, і лохина є ще в нас. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам ще рослини хвойні, які ми можемо запропонувати вам до продажу. Чому ми вирішили і хвойні відправляти, і пустити на продаж? Тому що вже декілька відправок ми зробили. Розуміємо, як пакувати таким чином, щоб рослини дійшли до вас в гарному стані. Які рослини ми вам пропонуємо? Друзі, дуже раді вас бачити на нашому каналі «Сад Света Світлани». Ми ще не в Харкові, не в своєму садочку, бо Харків досі обстрілюють, тому немає змоги добратися не тільки до Харкова, а хоча вже дуже багато людей повертаються, але в нас вікон немає, рам немає, тому ми поки що тут. І в садочок свій попасти поки що не можемо. Отже, гортензія волосиста. Питали в мене ті, хто вже отримав наші відправлення, як зрозуміти, що це бомбшел. У бомбшел маленькі листики, листячка. От дивіться, великі і маленькі. Оця може бути або кіушу, або лаймлайт, або даже може попастися Magical Fire. А оця з маленькими листочками – це бомбшел. Друзі, є ще в нас декілька горшечків з лохиною, двохлітрові горшечки. І можемо запропонувати ще отакі горшечки. Трохи-трохи вони менші за оці, ну от дивіться. Але отака гортензія, оця в нас 140 гривень. А оця 120 гривень. Але вона теж не маленька, а доросла. Отака лохина в нас ще є. Тому замовляйте, кому це цікаво. Ось дивіться, яким чином ми запаковуємо наші горшечки. Щоб і волога зберігалася, і щоб до вас відправлення доїхало таке ж красиве, як ось тут. Итак, друзья, какие хвойные растения мы предлагаем к продаже? Вот начинаем с самых маленьких, которые у меня на переднем плане. Посмотрите, какая красивая, какой красивый, вернее, шарик. Это Тоя Тедди. Я уже делала стрижку недели две назад. Видно, молодые приросты очень хорошо пошли. Сейчас я вам открываю серединку вот этого кустика. Посмотрите, как он выглядит. И, ну вот, горшочек здесь двухлитровый. Величина шарика этого Тедди где-то сантиметров 10 на 10, да, Вадик? Больше. Больше? 15 высота? Ну, обязательно мы размеры напишем. А еще лучше мы сейчас берем рулеточку и меряем, чтобы вы видели. Итак, высота растения 15 сантиметров и ширина шарика 13-14 сантиметров. Цены все напишем в описании под видео. На заднем плане стоит у меня потрясающая ель нидиформис. Очень красивые молодые приросты. Обязательно посмотрите в интернете, как выглядит такая ель. Декоративно всегда будет привлекать внимание, где будет расти вот в том месте цветника. Размер ее, смотрите, высота нидиформиса где-то сантиметров 13. И ширина кустика, давайте так, чтобы было вот так вам видно. Ширина кустика где-то 15-17 сантиметров. Ну, вот такие все. Они разные, в разные стороны, но приблизительно одинакового размера. Посмотрите, потрясающий шарик.
туя, боулинг, бол. Ажурные очень приросты. Форма идеального шара растет до 50-60 сантиметров в объеме. И от природы идеальной формы шарик создает именно при своем росте. Естественно, если вы будете стричь, шар будет более компактный и более такой, знаете, ну, более тугой, естественно. Ну, а если не хотите стричь, ажурный, красивый и декоративный. Сосна горная. Здесь у нас и мугус, и пумилио. В больших горшках будет одна цена, я вам напишу какая, а в маленьких, естественно, цена будет немного ниже. Но, друзья, посмотрите, и в маленьких, и в больших горшках растения достаточно развитые, практически одинакового размера уже сверху. Для того, чтобы вы понимали разницу, вот смотрите, вот большой горшок, а вот маленький. И величина растения. Некоторые я уже пощипала, некоторые пощипаете сами, еще позволяют приросты. Можно еще в течение этой недели и даже дней 10 все это делать, общипывать все хвойные растения. Сосна горная невероятно красива и в дизайне сада будет смотреться очень эффектно. За сосной горной, посмотрите, какие потрясающие у меня здесь блу-чипы. В нашем саду есть блу-чип. И еще обязательно, если получится, вставим ссылочку на видео. Обязательно посмотрите, видео у меня было «Яркая кочка в саду». Рассказывала я о седуме лимон-коралл почвопокровном, однолетнем. И в этом видео видно потрясающий можжевельник блу-чип у наших соседей по даче. Это невероятный голубой ковер. Вот я не знаю, если Вадик сейчас снимает видео, вдали стоят эти блу-чипы. И посмотрите, как красиво, как будто вся земля вот такая сизо-голубовато-зеленая. А сейчас идут такие эффектные приросты, вот молодые. Посмотрите, на кончиках они невероятно красиво смотрятся. Такой вот лимонно-лаймово-зеленый, салатный. Я даже не знаю, вот такая гамма красивая, что сложно подобрать одно слово, которое бы охарактеризовало приросты можжевельника почвопокровного блу-чип. Большой шар, метр на метр, туя Little Champion. В большом горшке сейчас высота растения 30 сантиметров. Ажурный и идеальный от природы шар. Большой шар. Туя Smaragd Gold. Высота туи в горшке, смотрите, 40 сантиметров. Есть немножко выше, но основная масса, высота 40 сантиметров. Цена будет в описании под видео. Горшок большой, закрытая корневая система, растения чистенькие. И уже видны молодые приросты. Посмотрите, они светлого цвета. Туя складчатая Forever Gold. К осени приросты, и вот здесь края будут оранжево-желтого цвета. Эффектная туя, ажурная. У нее крона отличается. Вот смотрите, рядом смарагд, обычная смарагд, и Forever Gold. Это более ажурная. Высота растения 50 сантиметров. Если вы закажете такую тую, и она придет к вам более плоского вида, вот я сейчас покажу, как она может выглядеть. Вот смотрите, друзья, вот более плоская. Пусть вас это не смущает. При транспортировке и в молодом возрасте они могут иметь плоский вид. Но со временем, когда вы высадите ее в почву, у нее начинают распушиваться все веточки вот в разные стороны. И она приобретает красивый внешний вид. Ель канадская коника. Есть у нас 10 таких елочек, пушистых и красивых. Высота растения, смотрите, 30 сантиметров. Именно эту елочку я обрезку делала вот в предыдущем видео. Нет, не предыдущем, а уже 2 видео назад. Делали мы стрижку молодых побегов. Вот смотрите, все заживают, все восстанавливается, елочка выглядит декоративно. Ах, какая красавица! Какие необыкновенные приросты весной. Пихта бальзамическая.
Висота растения 50 сантиметров. Барбарис Тунберга, красно-бордового цвета листья. Барбарис без названия, но в нашем саду растет точно такой же. Покупали мы у ребят. Осенью становится оранжево-красного цвета. Высота барбариса в среднем 50 сантиметров. Разные побеги, есть длиннее, есть немножко короче. Кустик взрослый в 2-литровом горшочке. Спросите, у каких ребят мы покупали, особенно если вы в первый раз смотрите наши видео. Мы покупали у наших друзей. Они живут в Харькове, и эти растения вместе с собой вывезли из Харькова, так как Харьков начали обстреливать, а растения, их питомник, находится на Северной Салтовке в самом обстреливаемом месте. Более 80% растений мы покупали у наших друзей, и все эти растения вы можете видеть в наших видео. Еще одна красавица туя. Туя Смарагд Голд. Поставили мы рядом две туи. Вот здесь стоит обычная туя Смарагд. У нее изумрудно-зеленая хвоя. А это Смарагд Голд. На солнце у нее краешки становятся ярко-желтого цвета. Я сейчас буду ее поворачивать, и вы будете видеть, насколько красивые у нее краешки. Посмотрите. Если эту тую высадить в тени, то цвет ее не будет такой насыщенный, желтый. Но все же по цвету она будет отличаться от обычной туи Смарагд. У нее будет такой салатовый отлив. Будет видно, что она все же больше в сторону желтого уходит. Невероятно эффектно, как акцент в саду. Советую вам обратить на нее внимание. Высота растения около 40 сантиметров, ну в среднем, да, около 40 сантиметров. Кипарисовик горохоплодный боливар. Хвоя у него очень мягенькая. Из него очень красивые получаются топиарные формы. Высота растения в среднем в горшочках, так как он в разные стороны бывает у разного растения, где-то 25 сантиметров. Вот смотрите, вот это я меряю, тоже, ну, здесь 22 сантиметра. Средняя высота 20-25 сантиметров. Почвопокровный можжевельник прибрежный шлягер. У него иголочки голубые, колючие, не сильно, но колючие. А приросты салатового цвета, приросты невероятно нежные. Очень эффектно смотрится. Быстро заполняет пространство. Почва покровный. У нас здесь представлено два почвопокровных. Один blue chip, вот здесь голубой. И рядышком можжевельник почвопокровный шлягер. Два разных, два очень эффектных, два быстро заполнят пространство в любом цветнике. Но учитывайте, что он немного колючий. Немного. Горшочки не маленькие, корневая система развитая, побеги в разные стороны. Вот смотрите, я вам в среднем скажу, где-то 40 сантиметров. Вот звездочка есть, те, у которых гораздо больше, и до 50 сантиметров. Цену напишем в описании под видео. Туя западная. Смарагд вариегата. Что значит вариегата? Вот на ее хвоиночках, посмотрите, везде вот такие красивые бежево-желтые приросты, которые создают некую ажурность и прозрачность кроны. Молодые приросты изумрудного цвета, как у обычной туи смарагд. Сейчас, конечно, светит солнышко, а если бы сейчас солнце зашло за тучку, то вы бы увидели, что и белые вот эти очень красиво смотрятся вкрапления. И приросты салатового цвета тоже по контуру смотрятся изумительно.
смотрите, высота этой туи 85 сантиметров. Цену напишем в описании под видео. Показываем эту тую, надеемся, что у нас получится ее упаковать, если будут желающие ее приобрести. Цена такой туи 250 гривен. Друзі, замовляйте в нас рослини, прикрашайте свої сади, підтримайте нас. Бажаємо нашій Україні процвітання. Слава нашій Україні, слава нашим українцям, слава нашим захисникам. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі «Сад Света Світлани». Вся необходимая информация будет в описании под видео, и вайбер, на который можно писать заявки, будет тоже в описании под видео. Всем пока-пока!